Всем привет! Мы решили сегодня, конечно, погода не очень, дождик, но мы решили поехать посмотреть Кёхель, да, Феликс? Кёхель. Вот. Погода, конечно, идеальная, да? Для экскурсии, да, Феликс? Автобан! Автобан! Мы не будем быстро сегодня. Не будем быстро? Да. Все, мы приехали в Кёхель, конечно, погода шикарная, льет как из ведра, офигеть, и гор не видно, просто, все затянуто, тут будет долго, наверное. Много буду, на Мирба, дождь. Приехали. Посмотреть. Парковка на 4 часа 0 евро, да? Да. Припарковка. Так они будут знать, сколько по времени ты тут стоишь. Ну, а? Класс. Да. Ну что, пошли гулять. Yeah. В общем, иду я одна гулять. С зонтом. Тоже неплохо, думаю, в принципе. Прогуляться. Иду к озеру, покажу вам красивое это место. Я не знаю, конечно, сейчас из-за дождя вряд ли что-то будет видно. Но я все же покажу. Не сразу же мы сюда проделали такой путь. Приехали. Никого нету. Это детский сад, по-моему. Да. Детский сад. Площадки у них тут. Что-то за здание какое-то. Вон гора, правда, ее плохо видно, но все же немножко видно. Такие домики. Немножечко так видно, конечно, когда не такая погода. Это намного красивее, намного лучше все видно, но все же тоже красиво. Решила вот вам показать такое место. Вот, кстати, пока я стояла, наблюдала за всей этой красотой вместе с вами, пара одна пришла с зонтиками, и вот семья пошла тоже с зонтиками. А вы любите гулять под дождем? С зонтиком, конечно. Пишите в комментариях. Такой свежий воздух. Прям здорово. Немножко ветерок такой. Ну, хорошо, тепло, неплохо, мне понравилось. Подышала воздухом одна, супер. Ай, Ойра. Мы приехали в магазин, купить продукты,
в Лидл. Сейчас Феликс будет давать бутылки в такой вот аппарат в магазине, чтобы на кассе у нас была скидка, да, Феликс? €2,25. Mhm. 2,25 €. Mhm. Super! Яблоки, киви. Авокадо. Возьмем яблоки. Ты уже брала? Мне нормально понравилось. Какая-то цена на лук. Такой салат мы берем. Цена на него. Взяла лимон. Я говорю, брали малину, она очень плохая. А вот она тут, в принципе, тоже прям видно, какая плохая. И цены вот. Молоко. Яйца, вот цена на яйца. Конечно, который подешевле, их сразу от сыра. Сахар, так, цена на сахар. Килограмм сахара получается. Будем €69. Так. Мука. Скидка! Скидка, да? Да. Как такой купили вижу. От Bosch. Это как сказать? 65. 64 евро. Ну, 65 евро. Да. 65 много евро. Прутов ты. Ну, там, да, много этих всяких. Приехал, посмотрим, да. Потом уже дома. Тот. Откроем. Ага, что тут есть у нас? Вот где галочки, это все, что есть. Угу. Посмотрим, откроем, когда приедем домой. Взяли полотенца, напитки всякие, йогурты, бананы, вода, фарш, яйца. Да? Да, да, донесешь ли ты это до дома? Так, что ты уже ешь? Тофу. Тофу? Угу. Вкусно, да, тебе? Угу. Давай показывай, что мы купили. Ага. Рабочие два продукта на... Пью. Фарш мы взяли говяжий. Угу. И для людей не говорят. Немецкий тоже видит там какой. Mm-hmm. И Мюнхенер Айсвюрст. Айсвюрст. Dann haben wir. У нас есть яйца. Яйца, да, купили. Яйца, да. Яйца. Яйца. И молоко. Mm-hmm. Органик, тоже органик, Бавар, Варский. Ты ложи, а потом
переделаю, чтобы это неудобно. Это наш Little Plus презент, да? Презент для нас, греческий йогурт. Угу. Органик масло. Угу, масло, да, но его быть тоже баварский цена кожа, сегодня. Баварский. Скидка. Скидка! Да. Органик фрукт йогурт. Йогурт, да, такой вкусный. Я не так быстро. Нормально. Творог. Творог. Такой, не знаю, что это. Холодно. Угу, такой смесь салата быстро, если... Это вот так салат. И... Банана. Бананы, да. И... Курица филе с скидка. Угу. 4 евро, я думаю. Угу. Сейчас покажу вам остальные продукты. Феликс показал, что буду разговаривать по телефону. Так, это... Я взяла такие резинки для спорта. Попробовать. Буду начинать заниматься потихоньку спортом. Так. Взяли муку. Такие соленые орехи, фисташки. Мне нравится. Вкусные. Так. Яблоки. Орехи. Еще вот такие грецкие. Большая пачка. Лимон. Так, и Феликс тут взял какой-то соусы всякие. Песто. Какие-то. Так, еще какой-то он взял с красной рыбы соус. Так. Мусорные пакеты. Это он все для дерева. Больших взял, ну, для елки. Будет собирать пакет для отца потом отдаст. И для дома. Так, картошки. Переходим к следующему пакету. Так, ну, мы не знаем, как видим. Так, и Феликс взял какой-то вот этот лимонад. Я не знаю, что это за лимонад. Тут кола и оранж. Ну, то есть, кола с апельсином, я так понимаю. Я такое не пью. Так. И это тоже презент от Lidl. Гель для душа и Kong Strong Феликса. Вот такие вот всякие штуки пьет. Так, это глютоорт. Вот такой вот шоколадным политый сахар. Сейчас будем пробовать. Как застыл. Как большой тебе, маленький. Так. Нормально. Нормально. Ну так больше. Я буду ножом, ладно. Что-то он прям вообще такой мокрый, влажный. Тут осталось еще. Приятного. Давай. Аппетита. Приятного аппетита, пробуй. Что, вау, вкусный или нет? Хороший. Да? Угу. Очень хорошо, очень вкусно. Ну, я рада. Приятного Спасибо. Аппетита. Кушай.